Восстановить утраченную трахею или легкие самостоятельно человеческому организму не под силу, тогда как ящерица с легкостью может заново отрастить свой отброшенный хвост, или тритон способен вернуть себе утраченную лапку. Почему человек, который считается венцом творения, подобным качеством не обладает? Только представьте, что мы можем восстанавливаться как ящерица или саламандра, и, например, отрастить новый нос или фалангу пальца, а солдат имеет возможность отрастить потерянную в бою ногу. А теперь представьте, что это не выдержки из научной фантастики, а задачи, которые уже сегодня ставят перед собой новая область науки – регенеративная медицина. Исследования в этой области активно ведутся в Казанском федеральном университете в Центре превосходства регенеративной медицины. Отличительной особенностью Центра регенеративной медицины Казанского университета является разработка технологии 3D-биопечати. В отличие от обычных 3D-принтеров, которые печатают на неживой материи, пластике или металле, 3D-биопринтер способен печатать живыми клетками. Потенциально в будущем это выход на печать тканей и органов для трансплантации под заказ, чтобы пациенты не ждали в очереди необходимых для жизни органов годами, а могли заказать их печать индивидуально. Ну, конечно, мы пока еще далеки от этих результатов, но, как бы то ни было, разрабатываем и собственные уникальные технологии биопечати. Например, в условиях пониженного содержания кислорода. Таким образом, напечатанные нами фрагменты тканей будут лучше приживаться после трансплантации в организм. Сотрудники лаборатории Центр превосходства реализуют ряд фундаментальных и прикладных проектов с участием зарубежных университетов и ведущих российских медицинских центров. Ключевыми партнерами лаборатории являются Университет Брайтон в Великобритании, крупный научно-исследовательский институт Японии Рикен, Будапештский университет технологии и экономики и Институт хирургии имени Вишневского города Москва. Олег Кашин, Анастасия Иванова, Универньюз.